Они не очень любят общаться с журналистами, но их подопечные покорили воскресенского зрителя уже давно и, видимо, надолго, если не навсегда. Внимание прессы к ним не ослабевает. Муж и жена Наталья Учеваткина и Владислав Голобородько в 2011 году принесли в Воскресенск уникальный вид искусства – цирковое. Гимнастки студии «Грация» хоть и не выступают под сводами шатра, но они представители именно этого направления, ведь их наставники, завершив спортивную карьеру, нашли себя и друг друга на манеже цирка. И вот уже 8 лет передают свой опыт другим. Так как мы сами были задействованы в этой сфере, мы решили попробовать. Заниматься с детьми. Нам было интересно, получится у нас или нет. Вот мы начинали с 4 человек. Все было очень сложно. Для любой новой деятельности всегда это опаска какая-то, получится, не получится. Будут ли ходить люди, не будут ли ходить люди. Студия росла из года в год. Сейчас мне представлено сразу несколько поколений гимнасток. Самые юные начали заниматься в 4 года. Но вот верхней границы нет. Здесь на дверь не указывают. Пока не надоест, говорят тренеры. Коллектив получил звание образцовое, а количество гран-при конкурсов разных уровней уже трудно сосчитать. Но дело не в самих победах. Главное – дети, гимнастки, их свершения и их рост. Для детей самое интересное – выехать, посмотреть, показать. Вот здесь они растут. Самое главное, у них скачок идет в росте – это при выездах на конкурс, когда они смотрят, кто что умеет. И из каких городов люди приезжают, что делают, какие элементы исполняют, какие номера исполняют. Вдохновение у нас всегда есть. Это наши дети и наш потенциал, то, что мы хотим сделать что-то новое. Всегда показать воскресенцам что-то новое. Из года в год мы всегда стараемся сделать по одному-два номера. Разработка костюмов, акробатика, постановка номеров – все это на плечах наставников, а еще атмосфера в коллективе. Студия цирковой гимнастики «Грация» за эти годы стала для многих девушек фактически второй семьей. На тренировках, поездках по России и даже в свободное время они вместе. С гимнастикой мы ездим и на море, и по разным городам смотрим достопримечательности. Также просто интересно тренироваться. Кто тебе еще дала гимнастика, кроме вот этих поездок по стране? Ну вот все девочки, которые тут, они все мои друзья, подруги. То есть свободное время после тренировки? Да, конечно. Мы гуляем, общаемся. Чувство общности, удовольствие от работы, вкус успеха задают тон и мечтам этих девочек. Анна Морозова пришла в студию «Грация» из художественной гимнастики и влюбилась в цирковое искусство. Да, я хотела работать в цирке, потом устроиться в цирковую студию. Как и твои учителя? Да. 12 июня студия цирковой гимнастики «Грация» дает большой концерт. Насладиться этим необычным зрелищем во Дворце культуры «Химик» имени Докторова предлагаем всем воскресенцам. Александр Иванов, Дмитрий Волнов, новости «Искра Вект».